сыну, когда я работаю за столиком. Конечно, я хочу, чтобы ты с этим разобралась. Кристина. Потом он идет в туалет за этим парнем и рассказывает ему, что был моим любовником. Но ведь это так. Он заходит слишком далеко, Зои. Детка, я попросил его дотронуться до тебя. Я сказал, что тебе этого очень... Эй, эй! Пусти меня! Прекратите! Не смей ко мне прикасаться, мразь! Прекратите! Не лезь, Зои! Прекрати, я тебе говорю! Эрик, прекрати! Остынь, успокойся! Успокойся! Расслабься! Расслабься, ладно? Эрик, иди сюда! Джон! Убирайся! Ну что ты наделал? Нет, Зои, отстань! Не надо!